Правильно, Глеб, надеялся. Это Алькатрас. Я когда смотрел, так вот, что он есть ночной, есть вообще дневной, я даже не сразу узнал, где это именно на Алькатрасе. А это вот здесь чел снимал Шольц. Я бы не сразу догадался, если бы не понял, что это, где эта кирпичная стена находится. Даша, Жак 12. Даша, Жак 12. О, все. Лучше. Там бот наверху. А ведь Даша, если когда увидит снайперку, скорее всего, тоже, наверное, захочет этот бриллиант на Индии аккаунте сделать твоем. Или она уже сделана у тебя бриллиант. Глеб. Ни одного перка не нашел. Кофе С. А это чел случаем не с нами? У нас тут этот, походу. Там много брендиков на. Вот этот кофе С. ДРГ докачать всего лишь. Он белка есть, артика есть. Этот, господи. Эксфейр есть. Интересно, там чел, короче, который попался с нами в этом рандомом. Но я видел только что чела, который тебя убил, он еще и из его клана. У нас, походу, этот шпион. Тем более это человек впереди. Crazy stuff. Что нашел гранату. Даша, вот бей тут, короче, невидимка. Сейчас вот я ее сбросил, я поменял класс. Шутер. Чисто между собой играют люди. Нормально так. Фига себе, как далеко люди.
Даже никому не могу это сломать. Карту. Один мастер лоушен где-то рядом. Наверху, походу. Удивительно, что никого нету. Фига их тут. Я их даже не видел. Только двоих успел отойти, вообще из них появился. Где там зеленый? Зеленого почти нету. Че, лучше преследуешь меня, что ли? Умрешь. Это же опасно со людьми. Бля, там еще один где-то. Блять. Сука. Ой, блять. А откуда они взялись, мне интересно? Я даже не видел, как они с это упали. Да. Оружие ближнего боя, которое легендарным станет. Да и как бы хотелось, чтобы перо вышло там, физическое, все такое. Блин, а только что вниз спустилась, а они опять наверху. Даже что-то подлагивает, я смотрю, походу. Тут перо валяется. Ступенька высокий. А? Сколько прям? 90? 40, 40, 40. 80. 52. Ну ты как-то сказал, что у тебя игра плавнее стала. Я помню. Я такого никогда не говорил. Не, нет, ты как-то сказал, что... А, нет, нет, не то, что игра плавнее стала, типа лучше регистрировать урон стало. Что-то типа такого ты сказал? Нет, ты такого не... Ничего, что я показал? Так, тут 117-й.
Лес, блин. Надо его вытащить, чтобы не пропал. Ага, а это челик. Блин, убегай. И по воде еще. Что с таким уловом? Долго же я за тобой бегал. Целых 10 секунд. Так, у нас там где-то мастер ловушек недалеко, если что. Ловушку отключил. Точно бот. А? Нет, точнее, тоже челик, походу на бот. А вот то, что дальше бегает, это уже. А, нет, это бот. Сейчас спокойно. Угу, тамплиер где-то бегает. Явно не человек. Точнее, явно не бот. Тут еще кинетика валяется. О, еще кинетика. Где он, никого не было? Даша, возьмешь кинетику, у меня тут нету места. Бегает. Опа, знакомые лица. Ладно. Потом как-нибудь встретимся. Что делаешь, чел? Ты какой он там изучил? Склад киллер.
доме, походу, большом есть. Надо как-то поломать. Сука, отомстила наверху с дробовиком. Скорее ему. Еще и за углом стоит. Неожиданно она вышла, конечно. Она выпрыгнула. Успею, не успею. Сука. Берна. Куда ты там за ворота делаешь? Да нахуй. Так. Ну так. Сука, хакер. Зоне все как раз тебе мишень, Глеб. Он одна на вон броню, на еще на вот легкие. Сука, где-то их тиандер плывет. Опа, буря пытается. Аккуратно там, если буря попадет, это будет больно. О, зеленый тут падает сейчас. У нас. Вот тут, вот тут падает зеленый. О, ты убил тамплиера как раз. Еще один. В воде, что ли? Блять. Два финика взял в упор от беды. Спасибо.